Дорогие друзья, всем привет! Это «Воскресная фишка» — рубрика, в которой мы с вами учимся собирать кубик Рубика чуть-чуть быстрее. Сегодня вот такая пара F2L. Девушка на своем месте, но перевернута. Парень скромный, прямо над ней. Убираем парня ходом U2, потом делаем английский пиф-паф, и у нас образовывается трехходовка, которую мы просто так, спокойно, безо всяких перехватов, загоняем. Альтернатива другому способу решения, да, который вроде бы удобный, но с перехватом. А этот случай решается без единого перехвата, и в принципе все движения абсолютно легко ложатся на определенные фингертриксы, к которым мы с вами, друзья, уже привыкли. Всем спасибо, удачных вам сборок! Надеюсь, что с этим F2L алгоритмом вы будете собирать кубик Рубика еще чуть-чуть быстрее. До новых встреч на моем канале!